путешествие по сказочной стране малыши деревни Черни Брестского района отправились вместе с талисманом будущего года – обезьянкой Анфисой, которая приехала в местный дом культуры, чтобы узнать, что такое Новый год и как его празднуют здесь. Вместе с ней ребята отгадывали загадки, пели новогодние песенки и, конечно же, водили хороводы у главной новогодней красавицы. Очень приятно то, что оказывается внимание, то, что нас помнят, нас видят, то, что мы есть как бы многодетные. Вот. Дети очень довольны, то, что их пригласили. Детям сказано было, что получат подарки. Дети собирались с удовольствием, великим, огромным удовольствием. Да и самой приятно понаблюдать спектакль какой-то. Да и так поприсутствовать. Очень приятно. Традиционная акция «Наши дети» в гостях у этих ребят проходит не в первый раз. Каждый год они собираются на подобных новогодних и рождественских праздниках, заряжаясь оптимизмом и хорошим настроением на весь год. Однако в этот раз было одно новшество. На торжественное мероприятие заглянули новые волшебные помощники Дедушки Мороза – сотрудники компании «Лама Голд», которые привезли свои подарки юным берестейцам. Акция «Наши дети», приуроченная к Новому году, к Рождеству, к такому замечательному празднику, набирает все больше и больше оборотов. То есть, ну, как правило, мы по телевидению слышим, что этой акцией занимаются, как правило, какие-то государственные структуры, но мы, как частная организация, тоже хотим показать, что мы заинтересованы в этом. В этом году мы поздравляем детский дом у нас в Гродненской области, хотим тоже выходить на другие области. То есть, ну, это в рамках вообще нашей благотворительной деятельности, которой мы занимаемся постоянно. Традиционная акция «Наши дети» путешествует по стране. В новогодние и рождественские дни тысячи белорусских ребят получат свои памятные подарки и частичку тепла, любви, внимания и заботы. Все то, чего многим из них так не хватает.